Я вот все сколько гуляю здесь, все смотрю вот на этот вот вагончик Holiday Place, так называемый. Я вам показывала его. Здесь довольно часто они используются, вот такие вот Holiday Home. Но они должны стоять, в общем, на специальном месте, оборудованном для вот такого вот туризма, в таких вот домиках. Очень распространено, очень часто можно встретить. Опять внизу вам сдам видео, где показывала это. Вот здесь вот видите, написано Holiday Home from 19.995. То есть это он продается. А за такую цену, то есть вы можете его купить полностью для себя. Да, вот, скорее всего, это какая-то фирма. Тут, видите, он весь разрисован рекламами. Вот здесь показано тоже вот такой караван с палаткой. Что, как вы можете свой обустроить кемпинг. Отдых. Это вот sitting room. Это bathroom. А вот здесь еще такое они предлагают на продажу, видите. И этот уже 3 имеет спальни. И стоимость у него 124 495. Тихий ужас, друзья. Я не знаю, но, по-моему, моя квартира дешевле. Да, ну понятно теперь для меня, почему здесь стоит этот вагончик. Он просто обклеен весь вот такими объявлениями о продаже этих Holiday Home. Разные вариации, разная цена. Вот этот, видите, 42 995. И у него размер 36 футов на 12 футов. Две спальни. Ну и вот самый дешевый, с которого мы начали. 19 995, тоже 3 спальни, 36 фут на 12 фут. Вот так он выглядит внутри. Показываю из окна. Надеюсь, что вам видно. Ну, то есть вот обычный такой переносной, перевозной вагончик, который стоит 1,5 миллиона рублей. Да? Самый дешевый. Ну и, может быть, конечно, его можно поставить в любом месте возле пляжа, но вы должны будете еще платить ежегодно ground rent, то есть за аренду земли, на которой стоит этот ваш дом, 5000 фунтов в год. Ну, а также очень популярны вот такие караваны. Я вам тоже их показывала. Он, по-моему, стоит где-то тоже 12, может быть, хороший 15 тысяч фунтов. Вот такая машина, караван называется. Для путешествий, там можно спать. Там кухонка есть небольшая. И вообще супер. Вот, в любом месте приехал, расположился и отдыхаешь. Yeah, just the gift shop. Mm. Yeah. Oh, it's lovely, lovely stone. Very nice. Got a few interesting things, yeah. Yeah. А здесь вот я что-то смотрю такое красивое. Мужчины делают что-то тут такое. Hello. Is it your job? Pardon? It's your job? That's my passion, really. Are you just beginning to make it, or it's finished? I would say it's about a third way through. Mm. Maybe. Yeah. It's a langoust. You reckon? Langoust. Lobster. Lobster. Yeah. Yeah. I see. And there's a little frog there. Ah. And, Little
rock. Yeah, lovely. Very good. Look from the top of that tower over there, you'll see in the very top, look from above. In there. Yes, I see. Very nice. There's also a mermaid down there. Mermaid? I can't recognize, to be honest. A mermaid. Вот видите, такие любители вырезать из дерева. Ну, похоже, что он просто любитель, да. Вот, расположился замечательно на берегу. Почему бы не позаниматься, да? А я показываю вам панораму. Красивого вида на мейнленд, на большую Англию. Опять посмотрите, как все близко. Удивительное дело. Здесь очень глубоко, несмотря на то, что это считается самое узкое место пролива, но вот довольно глубоко, и вот тут совсем недалеко стоит, вот видите, желтый вот тот вот Бакен, это вот в фарватере он стоит, если я правильно что-то мыслю. Вот, ну и вот такой вот красивый вид покажу вам опять. На берегу лавочки, очень много всегда тут сидят отдыхающих, читают, просто загорают, с собачками гуляют. Довольно красивое место. Сейчас подойдем, посмотрим поближе, что за кафе там. У кафе просто такое шикарное, громкое название. Верди, видите? Верди. Вот. Там, по-моему, внутри тоже столики есть. Посмотрим, сейчас зайдем. А здесь обедают с собаками. Вот такое малюсенькое совсем кафе. Здесь внутри тоже есть столики. Но сейчас тепло. Большинство предпочитает, конечно, сидеть на улице. Но и здесь тоже люди есть, как вы видите. Вот. И вот это вот кофе, тортики. Не знаю, можно ли тут какой-то суп. Да нет, тут, наверное, только какие-то кофе, бутерброды и торты. Кейк. Да. Хотя сейчас обед, 2 часа дня. Но супчиком вас тут не накормят. Вот такое обычное место, а здесь вот такая вот прозрачная вода, чистая. Надеюсь, вам видно. Мне, к сожалению, нет, не видно, потому что свет опять мне, солнце светит. И я не вижу, что я вам показываю. Но вот этот вот берег, видите, тут прекрасно ловить рыбу. Просто, как говорится, сам Бог велел. Вот с этого парапета. Когда-то, ну, наверное, я была здесь много раз, я не знаю, раз 6-7, как-то так. И я видела всего дважды здесь со спиннингами удили рыбу рыбаки. Ну вот, по-моему, вам рассказывала, что они ее ловят и отпускают. Это было именно здесь. Вот, поэтому, а сегодня так и вообще никого нет. Не знаю почему. Ну, это место довольно живописная панорама. Вот сюда парусники, марина, как обычно здесь. Эти англичане любят. А вот на той стороне, если вам видно, вот так вот
белый лес вот этих вот мачт, там припарковано очень много яхт, или как сказать, пришвартовано место. Очень много яхт, это уже, опять же, на большой земле. Вот, скоро у нас в июне месяце будет опять регата, и все лето будут фестивали, регаты. Из года в год это все продолжается.